Одним из древнейших народов, существующих и в наши дни, являются талыши. Талыши исторически проживали и проживают на территории Закавказья и Ирана и являются разделенным народом между Ираном и Азербайджаном. Многие государственные деятели и представители культуры в этих странах являются талышами. Например, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад является этническим талышом. Многие не представляют этническую картину современного Азербайджана и думают, что это республика, где проживают этнические азербайджанцы. Однако это не так. Азербайджан является молодым государством, образованным лишь в 1918 году, где власть большевиками была передана тюркской или татарской элите. Вместе с тем, такие народы, как лезгины, аварцы, удины, талыши, подвергались фактической ассимиляции и считались вторым сортом в советском Азербайджане. А вместе с тем, эти народы имеют историю в несколько тысяч лет, в то время как сами азербайджанцы или кавказские тюрки – переселенцы из Средней Азии в позднее Средневековье, 9-10 веков. Талыши же, имеющие иранское происхождение народ, исторически проживающий в горной и предгорной области Талыш, примыкающие к юго-западному побережью Каспийского моря, юго-восток Азербайджана и северо-запад Ирана. Предками талышей считаются кадусии, которые проживали южнее Албан по соседству с массагетами и медийцами. Кадусии проживали на юго-западном побережье Каспийского моря и упоминаются в сочинениях античных авторов Ксенофонта, Страбона и других. Ссылаясь на сообщения Ксенофонта, также можно полагать, что кадусии были известны еще со времен ассирийских походов 9-8 веков до нашей эры. С приходом в Персии к власти ахеменидов, кадусии, так же как и многие другие их соседи, находились в зависимости от них и входили в 11-ю сатрапию. Киру Великому потребовались огромные усилия для покорения кадусов, и в дальнейшем его потомкам не раз приходилось с большими силами подавлять их мятежи. Древнегреческий историк Ариан упоминает об ополчении кадусиев, которое сражалось на стороне персов в битве при Гавгамелах против Александра Македонского. Кадусии там упомянуты отдельно от соседних народов – албанов, медян и гирканов. Большей частью античные авторы, рассказывая о кадусиях, характеризуют их как храбрый и воинственный народ. Например, Страбон о них пишет: «Кадусии немного уступают арианам по количеству пехотинцев. Они превосходные метатели дротиков, в гористых местах они сражаются вместо всадников». Большинством ученых подчеркивается, что в историко-географической области Талыш не было крупных переселений, и считается, что современные талыши и есть потомки тех самых кадусиев, живших в дождливой и труднодоступной гористой местности Талыш. Таким образом, талыши, проживающие на исторической земле Талыш, разделенной между Азербайджаном и Ираном, являются одним из древнейших народов.